Привет, мои дорогие друзья, и в сегодняшнем видео оно будет долгое, потому что я хочу сделать, это мой первый, наверное, на канале читательский дневник, и мы с вами будем читать произведение Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Я купила себе эту книгу на удачную предзащиту своего диплома, подарила себе, так скажем, порадовала. И это один из моих больших планов на лето. Планы, если кто не видел, переходите по ссылочке, обязательно смотрите. И я уже начала читать первую главу. Что мне нравится в этом издании? Я долго выбирала, какое издание мне себе приобрести, потому что их очень большое количество. Я смотрела и «Миф», «Вечные истории», и «Миф Янг Эдлт», «Вечная история». То есть очень-очень много произведений и от ярких страниц, и от «Магистрали» также есть это произведение, вроде как. То есть был у меня очень большой список, из которых я собиралась выбирать, но остановилась на «Азбуке», потому что мне тут очень понравился шрифт. Шрифт тут большой, тут странички белые, шрифт большой, приятно читать. Для меня, как оказывается, шрифт это является одной из важным пунктиком в хорошей книге, потому что мне очень устают глаза читать, когда маленький шрифт. И поэтому выбор пал на это издание. Я ни разу еще не пожалела, что приобрела его. Тут даже есть иллюстрации, которые вы, наверное, уже успели посмотреть. И в чем будет заключаться мой читательский дневник? На протяжении какого-то времени, это не будет какой-то формат 24 часа чтения, да, я буду читать столько, вот сколько я читаю. И какие-то моменты я буду выходить и рассказывать вам, как продвигается мое чтение, что мне понравилось, что не понравилось. Наверное, изначально я расскажу, чего я, наверное, жду от этого произведения. И в конце подведем какие-то итоги. Оправдала мои ожидания? Нет. Буду ли я дальше знакомиться с творчеством этого писателя? Потому что у Виктора Гюго, ну, помимо небольших произведений, которые мы все читали в детстве, я из таких монументальных романов не читала еще ничего. И поэтому первое мое произведение масштабное, к которому я очень боялась подобраться, который я очень переживала. Я боялась, что мне не понравится, что для меня это будет очень угнетающе. Я, в принципе, не особо люблю тему средневековья. Но в какой-то момент я подумала, что почему там мы мюзиклы знаем, оперы мы знаем, вообще сюжет мы знаем, а к произведению я так и не подобралась. И что пора бы познакомиться. И вот в этом году я решила свой пунктик этот пополнить и поставить себе галочку. Давайте, предисловие мое, наверное, будет подходить к концу. Далее я буду читать и уже буду выходить и делиться своими впечатлениями и эмоциями. Я решила эту книгу взять в начале лета, потому что начало лета — это такая радостная пора, и летом мне легче читать какие-то такие грузные, громоздкие книги, тяжелые, но почему-то очень много положительных отзывов я слышала на эту книгу, и я надеюсь, что у нас с ней сложится тоже очень и очень дружелюбно. Тем более я уже прочитала первую страницу, первую главу, и мне пока что очень нравится и слог автора, и пока что интересно, и хочется дальше читать. Thank you.
Итак, выходим вместе с Хреном рассказывать вам о том, сколько я прочитала уже этого романа. И я прочитала всю первую часть, первую книгу. Тут, сейчас я вам скажу, сколько всего частей. Но первая очень быстро прошла, тут 60-70 страниц. А, тут 11 книг. Ну, примерно, да, где-то одинаково, я думаю, что они будут разделены. В первой части у нас рассказано про всех главных героев, которые у нас будут, я так думаю, дальше встречаться в книге. И знакомят нас так эпизодично с каждым героем. Это Пьер Грингуар. Я, кстати, вообще про этого, это поэт, и про него я, если честно, вообще не знала, что он будет. Как-то вот в моей памяти про произведение это, да, про вообще сюжет этого произведения вообще не было какого-то поэта. Я не помню, что какой-то поэт, который поставил мистерию, то, что он поставил свое произведение, постановку, на которую не обращали внимания, люди обращали внимание на вышестоящую там свиту, которая приходила. Вот, такое начало у нас с Пьером. Сейчас, на имена я прям вообще, у меня очень тяжело с этим. Грингуар. Потом также нас знакомят с кардиналом, мэтр Жак Капиноль. И далее две последние главы, это как раз Квазимода и Эсмеральда. То есть Эсмеральда вообще нам показывают ее, особо ничего не рассказывая, показывают, как она танцует, ее выступление с козочкой. Но она никак не раскрывается в этих главах. Показывают Квазимода, как он стал главой, отцом шутов. Вот, и это все наполнено вот этим вот средневековым вайбом. Просто мне нравится это слово. Ну, с средневековой такой атмосферой, где люди жаждут только зрелищ, где им лишь бы посмеяться, не прям посмеяться, а насмехаться над чем-то, выставить в посмешище богатых вельмож, потому что они обделены богатством, да, и их возможностями, и насмехаться над уродством, ну, вот эти вот шуты, да, это все это время. И грязь парижская, да, на улицах, вот это вот европейское средневековье, это прям бррр для меня, это ужас. Вот, но считается очень интересно, тут действительно очень много описаний, зданий в готической эпохе. И это довольно интересно читать, но пока что прямо непосредственно вот каких-то, как сказать, сюжета прям так, как такового нет. Нам пока что рассказывают про наших персонажей. Поэтому я думаю, что дальше сейчас, вот после второй части, вот я сейчас дошла до второй части, уже будет что-то более интересное. Ну, не то, что более интересно, а какие-то уже начнутся сюжеты, что-то такое пойдет интересное, и дальше вам буду рассказывать. Но пока что я думала, я потихонечку вхожу в это произведение, то есть это не сразу оно так тебя захватывает, но я не могу сказать, что прям тяжело входить. Нет, ты читаешь, и тебе хочется дальше читать. И язык довольно простой, не тяжелый. Я думала, он будет какой-то громоздкий, тяжело через него пробираться. Он со мной согласен, но нет. Нет, все оказывается намного интереснее, и я думаю, что это произведение я не буду уж очень долго читать. Так что давайте сейчас начнем вторую часть. Thank you.
Итак, у меня уже прочитано, я дочитала до пятой книги, я плюсом, то есть получается, прочитала еще две книги, и третья книга, третья часть, да, мне как-то по частям легче говорить. Третья часть была у нас полностью описание, целая глава была описание собора. Ну, конечно, тут Гюго в описании превосходит очень многих писателей, но, честно, я не фанат вот таких вот долгих-долгих описаний. Мне больше хочется там дальше по сюжету, что у нас будет дальше. А вы прям выпадаете, и там целые почти там 100 страниц, страниц 70 у вас идет описание. А вторая глава — это описание Парижа, Парижа того времени. И это, конечно, очень красиво, и я вот даже пометила, что я бы... А я прочитала эти главы просто отдельно, отдельно от этого романа. То есть, когда я прочитаю, я буду уже знать сюжет, и я спокойно перечитаю эти главы, насладясь описанием собора, описанием архитектуры, описанием местности, Парижа, города, истории этого города, страны в принципе. И уже четвертая часть, четвертая книга, это нам раскрывается история самого Квазимода, история священника, отца, я сейчас записала, я уже на опыте, я сейчас всех записываю, Клода Фрола, который усыновил его, увидел этого маленького существа, которого чуть ли не собирались сжечь на костре, потому что считали, что это чудовище, и приютил его, и, ну, скажем так, вырастил, выучил, обучил его и дал ему профессию. И также нам рассказывается немножечко о самом Квазимоде, кто он такой, кого из себя представляет, рассказывается, как он оглох от колокольных, как он стал звонарем, как он оглох от этих колоколов, у него лопнули барабанные перепонки. В общем, это тоже все интересно. И, наконец-то, вот мы уже, я так думаю, подходим вот не то что к завязке, но все более и более мы узнаем про наших героев. Дальше пятая часть. Не знаю, что тут будет. А еще важная пометка, то, что вот отец Клод Фрола, он очень не любил цыганок, не любил ведьм и вообще считал, что надо сжигать ведьм на костре, всех таких женщин. И я так понимаю, что это то, к чему все у нас идет. Меньше мне нравится описательная часть, больше мне нравится, когда нам рассказывают, раскрывают персонажей. И дальше тоже буду читать. И, как ни странно, для меня эта книга у меня идет быстро. Сейчас читаю, это уже седьмая у меня, по-моему, или шестая часть, по-моему, сейчас. Решила к вам не выходить с камерой, так, решила поговорить. А, да, седьмая книга, все верно, значит, вот, седьмую уже книгу читаю, и до этого у меня было, вот, я читала шестую часть, тут... раз все вот эти вот ужасы средневековья, не то что ужасы, а вот эти вот пытки, виселицы и позорный столб, вот, это не казни, а секли Квазимода, но мне понравилась, тут была глава, шел суд, и судья был глухой. Суд над Квазимодой его судили. И Квазимода глухой, и судья был глухой, но судья никому не давал знать, что он глухой. И это, ну, выглядело очень комично, хотя, ну, в итоге все, знаете, так сурово произошло. Вот, так что мне прям этот момент очень понравился. Это такой был, как вам сказать, вот этот порог того времени, что против судьи ничего нельзя сказать, хотя, в принципе, это испокон веков, но даже то, что он глухой,
И он спрашивает, а Квазимодо ему не отвечает, потому что он глухой, потому что он не слышит. И он говорит, так, я понял. И продолжает дальше допрос. То есть поговорил сам с собой. И уже все те, кто были в зале суда, начали уже смеяться. В общем, такая абсурдная ситуация. И причем все равно из этой ситуации наказанным оказался Квазимодо, а не все остальные. А вот в седьмой книге у нас уже сейчас будет спойлер. Плашечку оставлю спойлера, потому что тут нам опять мы возвращаемся к Эсмеральде, и тут нам рассказывается о чувствах капитана Феба, который ее спас от Квазимодо в тот вечер, и она, ну, к ней как к цыганке относится, и тут уже видит, как на нее смотрит священник. Вот сейчас буду читать дальше. Итак, я вышла немножечко все-таки вам рассказать. Дочитала уже до восьмой части. Это все за один день. Очень быстро у меня сейчас пошла эта книга. И если бы мне сейчас не выходить на улицу, я бы, наверное, читала бы и дальше. Это почти уже 400 страниц у меня прочитано. 200 мне осталось, чуть побольше. И тут как раз начинается вот эта вот самая любовная страсть, любовный треугольник. Чувство, вот это не просто там, да, восхищение, любовь, это уже вот страсть кипящая, бурлящая. Сейчас опять плашечка будет спойлер. Страсть между архидиаконом, священником, этим капитаном Фебом, который не, скажем так, несерьезно относится к Эсмеральде. Эсмеральда, которая влюблена безумно в капитана Феба, который ее спас. И тут видят священник и взгляд Квазимоды на Эсмеральду. И происходит разговор с поэтом, с Грингуаром. Он рассказывает, что вот они муж и жена, но что у них ничего не было, и что она чистая и невинна, она еще девочка-девушка, и что вот у нее есть своя тайна. Что она несет вот свою вот женскую неприкосновенность, чтобы найти своих родителей, чтобы найти свою маму. И получается, у нас тут даже не треугольник, а у нас тут получается квадрат, параллелепипед. В общем, очень-очень много мужчин, кто влюблен в Эсмеральду. А вот она влюбилась у нас в такого, ну, скажем так, легкомысленного, несерьезного, ну, как часто и бывает у нас девушки, влюбляются вот в кого-то красивого, кого она себе сама придумала. И вот сейчас, на пике нашей восьмой части, закончилась седьмая часть, опять плашечка спойлер, тем, что священник увидел свидание капитана Фебы и Эсмеральды и зарезал его ножом. От всего увиденного Эсмеральда падает в обморок, и заканчивается все тем, что все говорят, это ведьма убила капитана Феба. То есть никто же не знал, что священник находится в этой же комнате. И вот тут вот, я думаю, пойдет сейчас самая жара, да, из-за чего все несчастья, все горести произойдут. Пока что мне книга очень нравится, видите, сколько у меня закладочек, да, здесь. В общем, вот сейчас все самые эмоции пошли, и мне кажется, вот как концовка книги будет настолько эмоциональная. Я, может быть, еще вечером чуть-чуть почитаю, но, наверное, уже буду рассказывать вам уже завтра. Может быть, я даже завтра дочитаю, может, нет, может, послезавтра дочитаю, но пока что эта книга будет такой сильный и, скорее всего, войдет в лучшие за полгода. И я очень рада, что я взяла ее. Очень рада, что с ней познакомилась. Будем читать дальше.
Итак, я решила выйти к вам немного из машины, потому что я с собой как раз взяла собор Парижской Богоматери. Все, я дочитала до 10-й уже части. Тут как раз уже самый-самый такой пошел накал страстей. Просто сейчас вот как раз песню «Короля и Шута» из Тодда слушала «Счастье». Ну, она по радио звучала. Вот, и я поняла, что вот Тодд мне ассоциируется с собором Парижской Богоматери. В общем, эти песни. И... Вообще, в принципе, и «Невеста палача» песня мне ассоциируется с этим произведением. И тут я уже говорю и накал страстей, и происходит то, что уже тяжело было представить, что это как-то можно спасти. Сейчас плашечка спойлер. Квазимодо спасает нашу Эсмеральду. И у них завязывается, ну, не то что отношения, она его боится, но у нее какие-то чувства жалости к нему. Какой-то, ну, естественно, она относится к нему как к спасителю, она видит, что Фэб жив. Совершенно у нее по-другому теперь отношение к жизни происходит. И отношения уже с священником, с Клодом, он уже просто, он разъярен, он, да не достанешься же ты никому. Вот понимаете, настолько у него уже отношения, все, он уже сошел с ума от ее любви, от страсти, которая в нем колышется. А сейчас я возвращаюсь и рассказываю всем тем, кто боится спойлеров. И уже отношения Эсмеральды и Квазимодо там из-за одного происшествия меняется. Он в нее влюблен. Это вот уже под конец книги, да, рассказывается нам, происходит это. Он в нее влюблен, она к нему с благодарностью относится, она ему сочувствует, ей жалко его. Священник уже обуревает его, все грехи плотские у него в голове, он уже сходит с ума от любви. Очень интересная линия, мне очень нравится ее читать. И вот до чего доводит вот такая любовь сумасшедшая, что тут уже как любит, вот показано, как любит два человека, как любит Квазимодо, да, он готов сделать для нее все, даже то, что он бы не хотел сделать. И как любит священник, да не достанься же ты никому. Очень интересно, но единственное, у нас пропал куда-то Грингуар, вот ее якобы муж. Не знаю, давно про него ничего не было слышно, и то есть ее уже и собрались вешать, и все-все-все. И куда-то вот он подевался, о нем пока ничего не сказано. Естественно, он переживает, он очень за нее переживает, но о нем пока ни слова. Может быть, дальше. Сейчас вот мне осталось чуть больше 100 страниц прочитать. Я думаю, что я уже сегодня дочитаю это произведение. Очень мне нравится, и мне даже не хочется отрываться, просто мне пришлось уехать по делам. Так что я надеюсь, что последнее уже я сейчас дочитаю и выйду уже с финальным таким итогом вообще о прочтении этой книги. Итак, дорогие друзья, все, у нас финальная с вами встреча. Я вам рассказываю про то, что я дочитала «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго. Ну, естественно, она у меня войдет в лучшее произведение за это полугодие точно. Посмотрите, сколько тут стикеров, сколько тут закладочек, сколько тут пометочек я делала. И, конечно, концовочка далась очень эмоционально. Потом, чуть попозже, дойду до спойлеров. Опять же, помечу этот момент спойлерами, потому что, когда ты ведешь такой подробный блог о прочитанном, да, то, конечно же, тебе хочется поделиться какими-то моментами, которые, если человек не читал, ты можешь какой-то сюжет раскрыть. И поэтому для тех, кто не боится, опять же, этого, я обязательно помечаю. И кто хочет смотреть эти моменты, могут смотреть. Кто не хочет, то есть могут спокойно пропускать и идти дальше видео. Так, еще хочу вам кое-что показать. Я сейчас племянницу забирала из детского садика. Она мне подарила вот такую картинку с ежиками. Мне так нравится. Вот. Не могла не поделиться. Вернемся к собору Парижской Богоматери. И все, я дочитала. Тут у меня получилась 11-я книга, 10-11-я книга я сегодня дочитывала. И тут у нас самый, наверное, вот кульминация. Кульминация, и все вот разрешилось, все то, к чему мы шли, все 700-600 страниц, все произошло вот в конце книги. К сожалению, ну, многие знают, что в этом романе...
конец печальный, да, хэппи-энда тут не будет, к сожалению. Моменты были прям душерывущие, душераздирающие. Но также я не могла простить Клода, архидиакона, священника, просто меня прям вот так вот колотило. Я не понимаю такую любовь, это не любовь, это вот что-то очень эгоистичное. Но вот видно, он, поскольку не мог справиться с таким, для него это было в новинку, вот он это воспринял так. Но мне прям было тяжело. Также вот мне близка любовь Квазимоды, она такая любовь бескорыстная, то есть человек любит другого человека и поэтому готов ради него на все, даже если ему это не то, что не нравится, а он против этого, ему бы этого не хотелось, скажем так. И очень меня много вызвал вопрос, ну, про капитана, которого любила Эсмеральда, тут вообще слов у меня нет никаких, кроме без комментариев. Ну, знаете, такой жалкий человек, низкий, пустой, который везде будет искать выгоду. Вот такой вот он, к сожалению. И у меня очень много вопросов про нашего Грингуара. Вот тут в конце я про него вообще ничего не поняла. Ну, я понимаю, что он Эсмеральду никогда не любил, вот как девушку там, да, но в конце я вообще не поняла его мотивов, какой-то он мне странный показался. А вообще вот этот квадрат любовный, прямоугольник любовный, вот эти разные чувства нам Виктор Гюго показал, и это было так эффектно, так мощно, так сильно и так чувственно, что эмоций было очень много. И помимо того, мы видим еще и не только любовь между мужчиной и женщиной, да, но еще и такие болезненные чувства, как потеря ребенка. И вот тут вот сейчас будет небольшая плашечка спойлер, потому что вот душераздирающая сцена, когда Эсмеральда нашла свою мать, и я на протяжении всей книги, ну, мне кажется, многие понимали, что это ее мать, и что как-то я просто боялась, что они даже не встретятся, что они не пересекутся. И вот эта вот душераздирающая сцена, и когда Квазимода в конце смотрит на то, что происходит вот в самом конце, когда он теряет двух своих любимых людей, ну, это прям разрывает, конечно, сердца, и, ну, великое произведение. И вот это переплощение священника от того человека, которого я прям уважала в начале произведения, и до чего это все произвело, вот так вот все перевернулось у меня. В общем, я хочу посоветовать всем прочитать произведение «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго и сказать, чтобы никто не боялся, потому что это не страшно, это не тяжело. Тяжело, может, эмоционально немножко и угнетающая такая атмосферка, но когда у вас на душе хорошо, когда лето, то обязательно прочитайте его. Вот, допустим, может, зимой и осенью я бы не стала его читать из-за атмосферы. А может, кто-то, наоборот, любит, чтобы было очень вот так вот атмосферно, серо и дождь шел за окном. А на этом мое видео подходит к концу. Если вам понравился такой формат, напишите, пожалуйста, в комментариях. А я всех люблю и пока-пока!